Александр Рыбак устроил скандал в прямом эфире. Во время телешоу на шведском телевидении победитель Евровидения 2009 расколотил свою скрипку, так и не закончив выступление. О том, что вызвало гнев артиста, в нашем сюжете. Благодаря Александру Рыбаку шведское телешоу «Лотта в Лисеберге» побило все рекорды рейтингов. В минувшие выходные победитель Евровидения выступал в финале программы. Примерный мальчик со скрипкой вышел к публике и завел свою знаменитую «Fairy Tale», но до конца не допел. Вместо этого в щепки расколотил инструмент, стоявший на сцене диван. Скандал, который он устроил, тут же попал в YouTube. Со съемочной площадки Рыбак уехал в отель и заперся в своем гостиничном номере. Объясняться пришлось отцу Александра. Игорь Рыбак заявил, что его сын не совладал с нервами, потому что недавно переболел гриппом. Парня мучила слабость, да еще накануне пришлось дать 4 концерта подряд. Но главное, молодого артиста уже достал его главный хит. Он хотел спеть новую песню. Продюсеры шоу сначала согласились. Но перед самым началом программы заявили, что хотят слышать только «Fairy Tale». Это и стало причиной срыва Александра Рыбака. «Встречу, убью».